чистый, красивый, обновленный. В округе продолжается кампания по ремонту подъездов в многоквартирных домах. С приходом тепла работы принимают массовый характер. Глава Люберец Владимир Ружицкий проверил ход ремонтных работ в доме номер 2 по улице 3 почтовое отделение. Здесь завершился ремонт в 3 подъездах. Рабочие уже покрасили стены и радиаторы отопления. В ближайшее время будут заменены почтовые ящики и электрощитки. Ремонт ведется за счет средств управляющих компаний, а также муниципального и областного бюджета. В этом году в городском округе отремонтируют 230 подъездов. Те планы, что мы перед собой поставили, они будут, естественно, выполнены. Уже на данный момент времени мы 15 подъездов сделали. В работе еще порядка там 15-17 подъездов. Плановая работа. Мы, я думаю, что мы к августу, к сентябрю эту работу завершим. И мы как бы постоянно, скажем, отслеживаем наши социальные сети, обращения жителей. И там, где идут обращения, просьбы по ремонту подъездов или там входных групп, то мы, естественно, идем навстречу.